Приветствую вас. Инструкция по регистрации и оплате в компании WorkBee Corporation. Для того, чтобы зарегистрироваться в компании WorkBee Corporation, вам нужно перейти на сайт workbeecorp.com и нажать на кнопочку «Начать зарабатывать», либо же на кнопку «Регистрация». Также можно полистать сайт, найти кнопку «Регистрация». После того, как вы нажмете кнопку «Начать зарабатывать», либо же «Регистрация», у вас появится вот такая вот форма. Это первый вариант регистрации. Второй вариант регистрации. Вы переходите по партнерской ссылке вашего рекомендателя и регистрируетесь. Вот, в принципе, что мы сейчас и сделаем. Переходим по партнерской ссылке. У нас появляется вот такая вот форма, в которой мы вписываем имя, фамилия. Ваш ник. Дальше мы вписываем e-mail. E-mail мы можем скопировать с нашей почты. Вписываем e-mail. Далее мы придумываем пароль. Повторяем пароль. Ставим галочку «Я согласен». Здесь вы можете увидеть вашего спонсора и нажимаем кнопку «Регистрация». После этого у вас появляется вот такое вот окошко. Спасибо за регистрацию, письмо вам отправлено на ваш почтовый адрес. После этого мы заходим на нашу почту и проверяем папку «Входящие». Если во входящих нет, также можно проверить папку «Спам». Ну, письмо обычно приходит во входящие. Вот нам пришло уже письмо. Мы открываем его, вас приветствуют, и у вас здесь ссылка для подтверждения регистрации. После этого мы нажимаем на ссылочку, и мы попадаем опять же на сайт. Видим, что здесь мы уже вошли в свой кабинет. Для того, чтобы оплатить, мы можем нажать кнопочку «Оплатить», и нас перебросит в кабинет на «Мои планы». Вернемся на главную, либо же просто можем нажать на себя вот вверху, и мы попадаем в свой также кабинет. Здесь есть разделы, мои вознаграждения, где будут отражены ваша история, планы, команда, профиль. Ну, с этим вы в дальнейшем посмотрите и разберетесь. Нажимаем «Мои планы». У нас представлено 4 плана. Мы выбираем, который нам подходит, который мы хотим активировать. Ну, например, план «Моя зарплата». Сразу же нажимаем «Подключить». После этого нас перебрасывает на «Перфект». Нажимаем «Сделать платеж». После этого вписываем свой ID. Вписываем наш пароль. Вписываем «Капчу». Если «Капча» плохо просматривается, можно ее обновить, она будет новая. Нажимаем «Посмотреть платеж». После этого нас перебрасывают на этот раздел, смотрим платеж, наш баланс. Нажимаем «Подтверждение платежа». И обязательно нажимаем «Продолжить». Может вылететь такое окошко, все равно нажимаем «Продолжить». Итак. Мы оплатили план «Моя зарплата», у нас появилась наша реферальная ссылка, партнерская ссылка, по которой мы можем рекомендовать и приглашать наших партнеров. Наш кабинет, то есть здесь вы можете посмотреть, также зайдем в «Мои планы», видим, что наш план «Моя зарплата» активирован. Здесь также ваша структура, вы ее можете посмотреть. И здесь у вас счетчик, сумма, которую вы заработали. То есть в дальнейшем будет инструкция, обзор кабинета, обзор сайта. Надеюсь, мое видео было вам полезно. До свидания, удачи, до скорых встреч.